Друзья мои, конечно, детской студии «Планета» я желаю, чтобы вы всегда развивались и шли вперед в ногу со временем. И помнили, где ваши мысли, там и вы сами. Постарайтесь быть всегда в хорошем месте, рядом с музыкой, песнями, танцами. Ведь сквозь призму искусства человек становится и из маленького человечка превращается в большого человечища. Вперед, виват! Но какой Тимати это повторит?